крест. И мучим был за чужой грех. Ты распят был и пригвожден. Спаситель наш воскрес и доказал свою любовь ко мне, Иисус Мессия. Но в третий день отвален камень был тогда, гробница-то пуста, жизнь победила. Иисус Спаситель наш воскрес и доказал свою любовь ко мне, Иисус Мессия. Воскрес и доказал свою любовь ко мне, Иисус Мессия. Но в третий день отвален камень был тогда, гробница-то пуста, жизнь победила. Иисус Спаситель наш воскрес и доказал свою любовь ко мне, Иисус Мессия. Спасена душа, Иисус Мессия. И страха больше нет, ведь смерть побеждена, и лишь одна любовь и истина. Посла царя царей, все силой прославляй, ведь спасена душа, Иисус Мессия. Иисус Мессия. Гробница-то пуста, жизнь победила. Иисус Спаситель наш воскрес и доказал свою любовь ко мне, Иисус Мессия. Но в третий день отвален камень был тогда, гробница-то пуста, жизнь победила. Иисус Спаситель наш воскрес и доказал свою любовь ко мне, Иисус Мессия.
Аллилуйя! Спасибо Тебе, дорогой наш Господь! Спасибо Тебе за пролитую кровь, Боже, Господь, на Голгофском кресте, за спасение, за эту любовь сверхъестественную, которую Ты нам даешь. Дорогой Иисус, мы сейчас молимся за финансы, Господь, которые мы приносим Тебе. Господь, это кровь и пот наши, Господь. Это то, что мы, Господь, приносим Тебе, и мы поклоняемся этим тоже Тебе, Боже Господь, своими финансами. Я сейчас прошу Тебя, Боже Господь, чтобы мы наши работы, наши бизнесы, Боже Господь, отдавали тоже Тебе, для того, чтобы сверхъестественно получать от Тебя, Господи, видение, направление, мысли, как нам действовать, Господи, как нам вести себя. Мы сейчас провозглашаем, что наши уста будут Твоими устами, Боже Господь, чтобы мы на наших рабочих местах могли касаться людей, чтобы Твоя любовь их касалась, Господи, чтобы мы не были эгоистичными какими-то, Боже Господь, закрытыми. Дай нам смелости, открытости нести Твою любовь, Твое слово, Боже Господь, в этот мир, где люди так нуждаются, Господи, в Твоих прикосновениях, Боже. Пусть наши уста будут Твоими устами, пусть наши руки будут Твоими руками, Боже. Наши объятия будут Твоими объятиями, Боже, Господь. Благослови нас, Господь, на эту неделю, Господь. Дай нам быть плодотворными, Боже, на этой неделе. Нести, Господь, Твою любовь в этот мир. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Будьте благословенны все. У нас сейчас...